Попытка воссоздать на Колыме один из олимпийских видов спорта удалась Дмитрию Плотникову, президенту Федерации стрелковых и военно-прикладных видов спорта. Уже 5 лет в Магадане им ведется активная деятельность по развитию спортивной стрельбы. За эти годы было приобретено все необходимое для обучения взрослых, а также детей. Есть специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями. Это необходимо в особенности детям для их дополнительного развития и социализации. В основном федерация существует на денежные средства, получаемые в виде различных грантов. То, что благодаря участию президентских грантов мы смогли немножко географию расширить. Если раньше мы занимались только магаданскими спортсменами, развивались здесь. Сейчас, благодаря финансированию, то, что мы с грантов получаем, у нас получилось привлечь к этим занятиям уже и поселки области. В этом году федерация планирует достроить тир в микрорайоне Дукча. Этот тир будет предназначен для стрельбы из огнестрельного оружия. Появление этого спортивного объекта позволит как привлечь новых учеников, так и повысить уровень навыков подопечных федерации. На самом деле быть стрелком довольно сложно. Не каждый сможет и 5 минут на вытянутой руке удерживать пистолет весом в 1,5 килограмма. Выдержка, дисциплинированность, хладнокровие – это не все черты характера, которые помогают развивать спортивная стрельба. И только на первый взгляд этот вид спорта кажется простым и легким. Поставить твердую руку и развить меткость вам помогут опытные тренеры Магаданской федерации стрелковых и военно-прикладных видов спорта. Большое интервью с руководителем Федерации стрелковых и военно-прикладных видов спорта Дмитрием Плотниковым читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Вечерний Магадан».